На студії наступний гість – це Євгенія Сілаєва, редактор Миколаївського радіо «Буська хвиля». Жені, вітаю тебе у нас в студії. Перший ти у нас в гостях, хоча ми працюємо в одній телекомпанії. Жень, сьогодні говоримо про рекламу. Яка відмінність реклами на радіо? В чому її особливість? Адже ми нічого не бачимо, ми лише чуємо. Ну, реклама есть реклама, в общем-то. Понятное дело, что есть очень много особенностей, которые одинаковые совершенно и на телевидении, и на радио. Но, естественно, что радио – это то, что не может показать, а то, что должно уметь выразить звуком, голосом, словом. Создать ассоциацию. Да, определенный картинку образ. Создать, да. И, кстати, вот, может быть, вот эта особенность очень интересна, потому что она еще будет воображение. То есть тут можешь не только как бы вот уже конкретно зрителю показать вот готовый образ, а слушатель создает этот образ уже сам. То есть, естественно, что на радио реклама имеет свои особенности, отличные от телевидения, потому что, ну, даже очень многие люди, которые воспринимают, допустим, на звук, то есть на слух лучшую информацию, есть люди, которые хуже информацию воспринимают. То есть она... визуалы, аудиалы. Да, 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 безусловно, и, естественно, что, значит, на какую-то определенную аудиторию эта реклама больше рассчитана, на какую-то меньше. В науке о рекламе радио существует даже такое понятие, у радио имеет свой прайм-тайм, отличный от телевидения. Если у телевидения это ближе к вечеру, то радио, наоборот, это дневное время, то есть первая половина дня, потому что, ну, естественно, люди слушают радио, когда едут в машине, там, работают где-то, там, вот они слушают помимо этого. Но в этом и есть и преимущество, потому что люди ничем не заняты, это они на слух воспринимают. И, когда едешь в машине, на работу, да, то, конечно, ты включаешь радио. Ты не будешь смотреть телевизор, ты будешь слушать радио, но должны быть особенности вот этого восприятия быть учтены. Поэтому радио больше дает рекламу такую информативную, то есть более короткую. Более на радио очень хорошо рекламировать события какие-то. То есть вот как объявление, допустим, о том, что пройдет. Если это реклама каких-либо магазинов, товаров, то это, скорее всего, реклама акций, реклама каких-то вот там, не знаю, распродаж, реклама каких-то вот, ну, я сказала уже, акций. Вот. То есть привязаны к каким-то определенным событиям. Потому что рекламу товара, определенного товара, на радио давать немножко сложнее. Потому что все-таки какой-то вот... описание это, ну, долго, наверное, не кажется. Может, человек будет сидеть. Можешь что-то себе придумать, а это да. Будет не то, что ты придумаешь. Да, да, но на самом деле, допустим, вот очень такие развитые бренды, они очень хорошо учитывают всю вот возможность себя рекламировать и на телевидении, и на радио, печатной продукции. То есть они делают комплексную рекламу, поэтому, допустим, если я сейчас так напою, так, скажем, свято наближается, свято наближается. Не очень удачно я напела. Ну, в общем, возникает картинка. Да, сразу это Кока-Кола. То есть Кока-Кола, она создает образ сразу и учитывая то, что это можно не только воспринимать на визуально, а можно еще воспринимать на слух. Это называется, кстати, вот в науке про рекламу радио, на радио это называется музыкальный логотип. Поэтому, даже такое есть. Да, даже есть вот такое вот, и это очень здорово. Потому что радищиком это можно использовать очень удачно. Жень, скажи, пожалуйста, самое, да. Голос. Да. Таким вот читает объявление, читает рекламу. Как, что, какой голос лучше продает? Что ест этот человек, что у него такой красивый голос? Почему у меня не такой красивый голос? Ну, на самом деле, наверное, надо больше разговаривать. Нет, я имею в виду, какой голос лучше продает? Лучше продается, ну, я не могу сказать, честно говоря, потому что восприятие тоже у всех разное. Я, например, когда училась, меня учили, что лучше звучат низкие голоса, ну, женские, во всяком случае, низкие голоса, но, во всяком случае, не такие вот высокие, то есть нам рассказывали о том, что это как-то связано там с истерикой, ну, я не знаю, то есть восприятие все равно у всех людей разное, кому-то, наоборот, нравится, вот, допустим, высокие женские голоса звучат волшебно, великолепно, и несмотря на то, что вот какие-то каноны существуют. А ты свой голос, когда работаешь, опускаешь как-то? Ну, наверное... Здравствуйте, так говоришь. Наверное, как-то интуитивно все-таки немножко опускаю, чтобы, наверное, казаться такой более солидной, серьезной. В общем, сейчас я рассказываю про рекламу. В общем, на самом деле я разговариваю по-разному и не всегда слежу, как я. Допустим, еще от эмоций очень сильно зависит. Ну, это, наверное, в рекламе. В рекламе тоже очень важно продавать эмоцию, причем где-то на физиологическом каком-то уровне. Поэтому, кстати, в рекламе используется не только голос, а используется еще очень широко, ну, это даже музыка и звуковые эффекты.
Ну, а вот если, допустим, вернемся, допустим, к рекламе товара, то если ты едешь в жару, в жаркой маршрутке, и вот вдруг по радио начинает журчать вода с пузырьками, то, наверное, первым делом, что ты сделаешь, когда выйдешь из этой маршрутки, ты пойдешь, пойдешь и купишь воды. Поэтому это тоже очень важно. Звуковые какие-то эффекты, они действуют буквально на каком-то подкожном, вот действительно физиологическом каком-то вот уровне. Это тоже очень хорошо можно использовать в рекламе. Радиоведущий, этому можно научиться или с этим нужно родиться? Можно научиться, нужно учиться. Учиться нужно всегда всему. В общем-то, как ребята вот тут рассказывали, я видела ваших предыдущих гостей замечательных, которые говорили о том, что вот они учатся и учатся все время. И точно так же с радиоведущим, к сожалению, нет, у нас есть учебное заведение, которое учит, но, в общем-то, школы такой сложившейся радио, наверное, нету. Может быть, еще связано с тем, что радио немного сейчас уже как бы не то, что отходит, но, во всяком случае, оно не самое такое вот мейнстримный, скажем. Ну, знаешь, тут такой, понимаешь, да. Было радио, потом было телевидение, сейчас на первый выходит интернет. То есть, безусловно. В конечном итоге это какой-то... Оно меняется. На самом деле, просто заняло свою нишу, мне кажется. Да, безусловно, потому что все равно люди будут слушать радио, потому что это, ну, как минимум, просто удобно. Мы даже говорим, когда мы говорим сарафанное радио, то есть как быстрее, то есть это не говорит сарафанный интернет или сарафанное там, как вот говорится радио, потому что люди передают друг другу информацию на слух. Это безусловно, будет продолжаться. Я знаю, что телеканал Николаев скоро будет иметь FM-волну. Расскажи, пожалуйста, об этом и о том, какой конкурс вы объявляете. Ну, во-первых, я еще раз хочу как бы воспользоваться возможностью побывать на передаче, посвященной рекламе, прорекламировать радио на телевидении. Я хочу напомнить нашим слушателям, во-первых, о том, что у нас, извините, пожалуйста, зрителям, хочу напомнить... Хочу напомнить о том, что у нас есть в Николаевской области радио, потому что очень часто слышишь, а что у нас есть радио, есть радио, есть радио. Есть у нас радио Буська-Хвыля, еще работает радио Николаев, поэтому мы приглашаем вас слушать наши передачи. Но вот сейчас мы считаем, что готовится вообще историческое событие, потому что первый раз в Николаевской области информационное радио будет выходить на FM. Мы очень надеемся, что ничего не изменится к тому времени, когда это произойдет. И это все-таки будет, и у наших николаевцев будет возможность услышать, мы считаем это голос нашего города, потому что голос нашего города, голос наших передач – это наши николаевцы, люди такие же вот интересные, как ваши гости, как вы сами. Вот, я думаю, что это очень важное действительно событие для Николаева, и мы хотим сейчас пока готовятся только план, вот как мы хотим это все сделать. Это пока только самое начало, только самые задумки, на уровне задумок, я думаю, что это будет интересно. Мы хотим подключить к этому процессу, к созданию вот этого радио, созданию этого голоса города, мы хотим подключить всех николаевцев, желающих в этом поучаствовать. И первым, что хотим сделать, это хотим объявить конкурс на название этой волны, чтобы это было как-то общее творчество, чтобы это всех... Музыкальный логотип. О, кстати, музыкальный логотип, вот над этим тоже стоит подумать, как можно этот конкурс сделать, потому что в городе Николаеве очень много талантливых музыкантов, и, кстати, и художников, можно не только музыкальный логотип сделать. В общем, все это можно действительно сделать очень интересно, поэтому, дорогие зрители, дорогие будущие наши слушатели, подключайтесь, пожалуйста. Придумывайте что-то новое и интересное.